Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, спустилась я в погреб наш. Последние мои съемки в погребе были 9 ноября. И вот с того времени мне пишут и пишут, пишут по сей день. Специально я пришла сюда, чтобы сделать немного пояснений вам. Так, сначала, конечно, хочу всем друзьям, гостям сказать огромное спасибо за ваши комментарии. Очень хороших, добрых, очень много людей. Есть среди людей, которые я не знаю. Вот им надо написать что-то, вот написать. Ну, люди, возможно, волнуются. Вот пишут мне, вот недавно буквально, это южанка, автор, написала, вот где живет гипертония. Я согласна, гипертония. Вот у меня муж, ну, не только муж, и у меня самой давление. Вот мы же вот не берем банку вот отсюда, домой несем, и все, сидим, кушаем. Вот это же мы берем где-то там, ну, картошку потушили, раз баночку открыли, вот раз поели. Это все, да, это все. Почему я сюда пришла, друзья, вот прерывая свой разговор. У меня уже последний комментарий, я не знаю, вот сейчас смотрела, хотела узнать, кто это написал. Этот, хотела огласить, ну, огласить это имя уж, чтобы она себя услышала. И я зашла туда посмотреть, и она удалила вот это вот все, потому что я, ну, не стараюсь грубить людям. Я уж ей тоже ответила. Она мне написала, не лопнешь. Вот. Я думаю, нифига себе, вот какие добрые люди. Вот лопнула, вот я не лопнула, да, потому что, видите, месяц прошел, у меня практически банки на месте. Вот тут банки нету, с капустой нету. Даже видно, какую я делала, это вот прикуску, вот мы любим, да, она как бы, ну, нормально. Это квашеная, это лечебная, вот видите, тут вот такие же с крышкой. Грибы стоят, потому что у меня дома грибы. Вот там кончаем уже, скоро сюда нырну. Так, Димка, у меня сын приезжал, вот я уж, они тоже же уже, сейчас молодежь, уже им больно ничего не надо, но он любит, вот мы открыли вот эту банку, вот сразу покажу, вот это обалденные помидоры, и то он сказал, говорю, вкусные, он съел, ну вкусные, но он любит вот эти мои помидоры, вот, вот он отсюда банку и забрал, это вот они у меня режутся, когда режешь, они, ну как свежие прям, вот. А вот такие салаты, вот он вообще не берет, например, мой младший сын. И у меня тут не так много друзей, понимаете? Там одна пишет, а много это сколько? Раньше много готовили, заготавливали. Сейчас уж нет. Тоже одна женщина пишет, то она пишет, не посмотрела уж. У нее примерно такая же фигня она написала. То есть очень много банок. Летом выкину все. Ну, я уж не думаю, что летом прям все выкину. Ничего не выкину. Ну, не все выкину. Ну, выкину разве, ну, банок две. Вот. На сколько лет заготавливаете, вот спрашивают. Ну как на сколько лет? Нельзя заготавливать на 5 лет, на 3 года даже. Вот. Вот. Прошлогоднюю банку я еще открою. Вот. И то вот огурцы у меня были, прошлогодняя банка, да? Вот это этошнего года банка. Они нормальные, но у них уже цвет другой. Поэтому мы же уж, что уж, не голодный год же. Не больно уж там все это съедаем. Так, одна женщина написала, ой, отписываюсь, увидела большие огурцы. Это не погреб, если погреб, вот такие большие огурцы. Но у меня же есть и маленькие огурцы, вот. Маленькие уже, походу, раздала, вот. Вот. А это специально, вот, это вот малосольное получается. Вот здесь, вот она увидела, вот здесь вот. Так, тень я даю, вот видите, вот. Это, чем больше огурец, вот как, ну, не малосольные, это как бочковые, тем они вкуснее, вот. Из-за этого там и маленькие огурцы были, мы специально ложили вот большие огурцы. Поэтому вот, друзья, пришлось делать пояснение вот некоторым людям, чтобы уж, ну, пишут, комментарии хорошие, приятно читать, само собой. А вот где-то вот такую чушь напишут, господи, вот на самом деле хочется сказать, не можете сами, что ли, ну, не пишите людям, ничего, или учитесь уж в конце концов. Поэтому вот. Так я вот не выдержала, думаю, схожу, не поленюсь и сделаю вот такой контент. И капуста, сказали, у меня уже сгниет через 10 дней. Видите, месяц прошло, этот еще не сгнило, даже не почернело. Вот, видите, целое. Я же говорила, что я не дам почернеть. Дома капуста есть, ну, как-то я брала вот с мешка. Вот с мешка брала. Так, тут тоже покажу уж, вот раз пришла. Вот, видите, они все в хорошем состоянии. Ну, месяц только прошел, месяц. Придется через месяц еще прийти. Что мы съели? Что мы вот все так же стоит? Но выкидывать ничего не собираюсь. Вот я полностью уже оправдываюсь перед вами. Мне потом пишут, зачем оправдываешься? Ну, так уж оправдываюсь, не оправдываюсь. Хочу сказать, вот капуста квашеная. У меня дома банка стоит в холодильнике. Вот уже там осталось на дне, вот так, на дне.
Капуста я варю, щи. Щи ему он любит. Это все ничего не пропадет. Вот эта капуста, все, ничего не пропадет. Грибы тоже не пропадут. Единственное, вот видите, и то не пропадет. Вот есть же у меня, есть же кому дать. Отдам. Тут вот банки вот такие вот эти. Они, вот эти маленькие банки с заготовками, они все такие вот, ну вот любим мы, вот любим. Вот мы сидели на днях, вот открыла вот эти кабачки, мы их съели. Перец вот тоже ушел бы там, Федя уже, он говорит, перец нету. Я говорю, не принесла, нельзя часто кушать, а то где перца не будет. Друзья, вот такое пояснение у меня было, вот просто я уже, мне хотелось написать, вот я написала, кто мне написал, не лопнешь, вот не лопнула же, вот прежде чем написать вот такие комментарии, друзья, надо задуматься о возвратном этот, не лопнешь, не лопну я, а вдруг ты лопнешь там после этого слова. Так что надо задумываться и не надо писать плохие комментарии. Это не так много, потому что зима длинная, сидим. Ну не сидим ты, в конце концов, возьмем, выбросим. То, что в саду выращиваешь, да, а это куда девать? Все, мы же выращиваем. Если в саду не выращивать, знаешь, если будет расти, что, лопух, лопухи, да, бурьян. Поэтому, да и поэтому у всех жизнь, у всех, друзья, жизнь своя. А, вот забыла. Татьяна Смирнова написала, вот вспомнила ее фамилию, она написала, неужели вот других интересов нету, вот то, что я вот закрываю, вот мне делать нечего, интересов нету. А какие могут быть интересы? Ну, у всех жизнь своя, вот интересы. Вот у меня огород, что там что-то растет, мы-то, она не знает же, чем я еще занимаюсь. Надо заходить на канал, там все равно видно мои интересы, я думаю. Поэтому вот это не интерес банки закрывать, я просто в деревне живу, вот. У меня своя жизнь, у вас своя жизнь. Вы куда-то ездите там на Бали, там куда там, в Турцию или куда, я даже уже не знаю куда. Поэтому я даже на эмоциях вот все это сказала, но просто я чуть-чуть обиделась. На обиженных буду возле. Короче говоря, друзья, ставьте мне лайки, вот, пишите мне комментарии. Я вам всем отвечаю. Вот, где-то не успеваю, да, действительно, и такое бывает. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо, спасибо. Я через месяца три еще приду, покажу, что у меня тут осталось. Пояснение дам. Кому с чего отдала? Какой сын, какую банку забрал? Ну вот. Ну все, друзья, пока-пока. Люблю вас.